Привет всем, дорогие ютуберы, с вами Артём. Я продолжаю прохождение. Так, это будет вторая серия по Наршаде и третья из цикла про Наршаду. Я отвлекся на Асис Flashpoint. Так, я вернулся на променад. Тут нужно по основному квесту еще раз зайти. Такс. Что-то я хотел... Я заметил, что в моих последних видео начались некие расхождения звука в диалогах. Расхождение того, что персонажи говорят, и того, что они делают вообще в игре. Как-то так. Я пока не знаю, из-за чего это, но позже, наверное, попытаюсь разобраться. В данный момент я пока не буду разбираться. Запишу пару видео, посмотрю, может, это просто глюк был. Потому что настройки у меня как были, так и остались. Не знаю, в чем дело. Надо будет проверить и предыдущие записи. Может, и там что-то упустил. Так что извините. Но, по-моему, мой голос озвучки не нарушается. Он идет вместе с видео. Так. Возможно, после загрузки на YouTube там все восстановится и будет нормально, я не знаю. Может, просто первоначальное видео, необработанное, оно выдает такие глюки. Hello, and welcome to the offices of Dr. Theron Sedrax. My name is Holiday, and I'm pleased to assist you. If you have an appointment, please make yourself comfortable while... Oh my goodness, what a darling outfit. I must get Theron to program me one just like it. Perhaps in a warmer shade, though. Привет, меня зовут Холиды, добро пожаловать в офис Терна Цедрика. Так, и в конце говорит, какой красивый у тебя наряд. Ну, в общем, вы поняли, это голограмма. У тебя хороший вкус. I try to take care of myself. Nice to know it shows, even to a hologram. Oh no, a mere hologram would never have my eye for fashion. I'm a fully sentient holographic life form, unique in the galaxy, or so Theron says. You're a Jedi, aren't you? If you're here to see Theron, he's... Well, I've been waiting for him to get back. For hours and hours. В общем, я сказал, что у нее хороший вкус для голограммы, а она говорит, я не голограмма, я голографическая форма жизни. Так, ты здесь, чтобы повидаться с джедаем? Ой, тьфу ты, с Тераном Цедриком, да? Так. Короче, он... Я ждала его возвращения часами. Час за часом. Ну, в общем, она не знает, где он, и он давно не возвращался. Perhaps he's delayed. Does he often just disappear? No, never. We can't bear to be apart, you see. Theron had a special order to design a weapon, and the customer wanted him to deliver the prototype to the Nikto sector. The aliens there hate humans. The Republic. Hygiene. He should never have agreed to go. Короче, Терн получил заказ на оружие, которое он должен был доставить в Никто сектор. Пришельцы там ненавидят людей, республику и какой-то хайджин. Он не должен был соглашаться идти туда. Куда мне идти? Give me directions, and I'll bring him home safely for you, Holiday. I promise, I'll be ever so grateful if you do. The meeting place is in the Nikto sector starship chop shop. It sounds like a nasty place. Please be careful. Короче, встреча в каком-то чоп-шопе. Чоп-шоп. В Никто секторе. Надо, в общем, найти наш контакт. Он там запропастился. По предыдущей серии вы знаете, что за контакт. Мастер Сиобикар нам его посоветовал. Мы сейчас ищем, напомню... Еще одного павшего джедая, которого тоже, похоже, чума поработила.
который организовал здесь некий культ, который нападает на хардкартель. Это я так коротко вам. Давайте-ка навыки выучим. Я давно их не учил. Совсем про них забыл. A Jedi seeks to improve himself through study. Так, надо перенести кое-что. Вот новые навыки. Сейчас я распределю немножко. Так, это я тут оставлю. Потом надо будет бинт повесить на это. На этот навык. Force Clock. Классная вещь. Так, еще что-нибудь надо перенести отсюда. Так, ссылку оставлю пока что. Что ты делаешь, Форс? А, это агр такой. Но я сейчас не танком играю. Танк-маг. Извините, это по-прежнему меня смешит. Я не знаю, как можно тут... Надо, может, видео посмотреть, как тут танкуют танки-маги. В общем, вот этот навык я искал на флешпоинте. Его у меня не было, но я мог его выучить. Он в слип загоняет жертву. Я вам покажу. А вот это вот крутая вещь, из боя можно выйти. То есть, если вас бьют сильно, вы можете хопа и ушли. Откату этой штуки 2 минуты. Прикольная вещь. Так, стелс можно вырубить. Мне на гейт. Мне на гейт. Оба квеста, планетарка и мой основной, в Никто-секторе находятся. Have a safe and pleasant stay. Буду делать оба одновременно. Возможно, проблемы с расхождением звука и видео связаны с тем, что я сейчас пытаюсь подобрать настройки для бандикама. Но я сейчас вернул, конечно же, все настройки на место. Хочу вот записывать видео, а потом уже накладывать озвучку. Для меня не принципиально, буду я комментировать после видео, и после записи или в процессе записи. Ну, то есть, конечно, будет удобнее после. А то я делаю ошибки, допускаю во время того, как пытаюсь что-то там объяснять во время игры. Не умею так говорить и играть. Может, привыкну позже. Привет, ребята. Стали такие, стоят. Ой. Что-то я переключил цель. Так, тут у нас какие-то ящички, это что, некое дополнительное задание? Или это как раз таки основное? Вернуть украденную амуницию. Кентон Кинг, да, это по планетарному квесту. Так, еще немножко нужно. Ну, давайте я вам покажу, как работает этот навык. А, не могу почему-то. Не работает сейчас.
А, и стелс он должен, наверное, работать. Сейчас попробую. Вот. Хм, видите? Спит. Главное, что этот навык усыпляет жертву, и жертва после того, как проснется, не будет вас искать, чтобы вас убить. Хм. Не поймет ничего, в общем. Последний ящичек. Так, доложить Нарколосу. Как вы помните, это наш связной по поводу планетарного сюжета. Хат нас туда направил к нему. Welcome to Nerculus Arms. If it shoots, stabs, fries, or detonates, I stock it. I see you've got Barisha's combat implants. He'll be a happy hut. I gotta say, I expected a lot more Jedi after the Kintan King slaughtered that other one. You're all they sent? Так, добро пожаловать, бла-бла-бла. Так, так, я вижу, ты принесла импланты, которые были украдены Кинтан Кингами, так что... Так. И я должен сказать, я ожидал больше джедаев, которые будут охотиться за Кинтан Кингами, которые убили того джедая. Это все, что они прислали, то есть меня? The galaxy is huge, and the Jedi are few. Getting fewer all the time, from what I've seen. One thing's for sure, the Mountain won't be happy when he finds out what you did. That's what they call the Kinton King's leader, by the way. The Mountain. Three guesses why. Так, в общем, говорит, что Mountain, гора будет недоволен. Я буду переводить никнеймы, если у них есть перевод. Гора будет недоволен тем, что мы сделали, ну, только что в плане вернули оборудование. Так, он лидер Кинтан Кингов. Так, ладно. Gangsters like to sound tougher than they are. In this case, it's no exaggeration. Saw him once. Wish I hadn't. Only thing the Kinton Kings fear is the Mountain. He's everywhere, all the time. Так, все, чего боятся Кинтон Кинги, это гора, он везде, всегда. Ну, то есть он там очень крупный или сильный, что-то там вроде. Так. How is such a thing even possible? All I know is, the Mountain has a reputation for staying on top of things. Just take care that you're not one of them. Say, since we're being so cordial and sharing, maybe we can discuss a little side business. Those combat implants are first-rate merchandise. We could, score a sweet profit selling a few in the black market. Он хочет, чтобы мы продали парочку комбат-имплантов, что мы вернули, на чём и получили прибыль. Ты хочешь предать Бориша, Хата? Do you make a habit of cheating your employer? Of course not. That would get me killed. I only profit when opportunity knocks. I'll tell Barish the Kinton Kings used some combat implants before you raided them. He'll believe me as long as you don't disagree. What Barish doesn't know won't hurt him. And that'll make us richer. Sound good? Я скажу Боришу, что Кинтон Кинги использовали парочку имплантов до того, как ты смогла до них добраться. Так, Бориш в это поверит, так, и того, что Бориш не знает, не навредит ему. И это сделает нас богаче. I'm not making any deals with you. Hey, take it easy, I was only kidding. Hey, look, Бориш is on the holo. Hey, we got back all those combat implants, boss.
Отличные новости, вы вернули импланты. We intercepted a holo message ordering the Kintan Kings to protect their slave market. They're selling kidnapped Republic citizens. Так, мы перехлопотили голос сообщения. Приказ Кинтан Кингам защитить их рынок работорговли. Они продают похищенных республиканских граждан. These criminals are truly depraved. It's much worse than you think, Master Jedi. Some of the kidnapping victims are Force-sensitive children who are passing through here on their way to the Jedi. I shudder to think what those criminal scum have in mind for the children. Некоторые из этих граждан — дети, чувствительные к силе, которые были на пути к джедаям. Он не хочет думать о том, что эти криминальные ублюдки имеют на уме для этих детей, ну, что они приготовили этим детям. No one's harming innocents while I'm around. Barish believes the gang slave market is in the ruins of an old casino. Короче, Бориш верит, что их рынок работорговли находится на руинах старого казино. Это когда-то было прекрасное заведение. Кинтан Кинги не заслуживают. Сплендер, не помню, как это переводится. It's time to finish this. There is no need to discuss this further. Please hurry. Free our people before it's too late. Торопись, в общем, нечего тут больше обсуждать, говорит. Освободи наших людей, пока не стало поздно. Так, ну-ка еще раз сравнение. Возьмем и наденем ботиночки, пригодятся. Так, ладно. По сюжету нам, короче, нужно прикрыть рынок работорговли Кинтан Кингов по планетарному сюжету. А сейчас посмотрим, куда нам по основному. Вот, профессор тут рядом. Давайте-ка в стелс, чтобы не воевать. Don't be an imbecile. The weapon's obviously my creation. If you use it against the Hutt cartel, I'll be looking for my vertebrae in a trash compactor. Deal's off. Manchi doti puna puna. Kabuk nuni snemo. Так, не будь имбецилом. Это оружие, очевидно, создал я. Если вы собираетесь использовать против хатов, что там он сказал, я не понял после этого. Нет, Терренс Эдрик, я заберу прототип к мастеру. Дренчит, не знаю, иньяблот. Ну, короче, наверное, еще в крови поваляет это оружие. Что-то в этом роде. Так, we can negotiate here. Let's not let this fall to violence. Чобот и кавстуан биле джихуло гута. I'm begging you, please don't get him started on this again. Oh, granny tampio da pushi wompa. Putula musta. Так, что-то сначала он сказал, что всего лишь один джедай, он там против мастера выступал, что-то в этом роде. Так, тьма наступает, и панды Наршады объединятся против нее. Мы рука мастера, мы рука нашего мастера, чтобы раздавить хат-картель. Расскажи мне о своем мастере. Who is this master you keep talking about? What's his name? Кунхука таба тата кипуна. Он мастер, ему не нужно имя. Мали тута отмишка. Теперь отойди.
Я поклялся принести прототип Седрика мастеру. Возможно, он за это вознаградит нас аудиенцией. То есть смог с ним поговорить. Meet the master. Приведи меня к мастеру. I want to stop the darkness too. Let me join you and learn at your master's feet. Ukilimo clunky. Nick me chawa wermo. Most Nictor only worthy to kiss up to Huts. Seems like you can't even do that anymore. Wonki atacha kapatonka. Chisa picha. Так, придется драться. Сказали, что мы недостойны встречи с мастером. Мол, только Никто могут с ним встретиться. Никто это, наверное, раса вот этих вот рожерогих или, не знаю, зеленорожих, не знаю, как их назвать. That was gratifying. You rarely see delinquents getting their just desserts on this world. And from such an exquisite young woman, too. Loveliness and the lightsaber, a rare synthesis. Да, он пытается пофлиртовать. Theron Sedrax? Holiday said to look for you here. Business before pleasure, I suppose. Это вестница Скоркипера. I'd love to hear more. Прояви уважение. When your Трандошен friend is gone, Theron Sedrax, professor and exo-engineer at your service. Not that many around here respect my genius, especially those Nikto. Challenge the Hot Cartel? Where'd they get such delusions of grandeur? Короче, он представился, Терен Седрикс, профессор и экзо, что-то там. Эти Никто, что-то там, идиоты, наверное, что-то там вроде он сказал. Стать на пути Хаткартеля. Где они раздобыли такие заблуждения? В общем, как-то так. I think you know the man responsible. Я думаю, ты знаешь, кто в ответе за это. So Duras Fane has a vendetta against the Hutt cartel. If any Jedi Master would risk it, Fane's the one. That's why I was right. If the Hutts find out Fane is behind this guiding hand business, it'll leave the Republic high and dry. Короче, такой Duras Fane стоит за этим, за нападениями на Hutt cartel. Сио Бикар прав, если Хатт узнает, что Фейн был стоит за этой Guiding Hand, направляющей рукой, это будет очень плохо для Республики. Перейдем так, потому что тут некое выражение High and Dry. Hopefully I can catch him before he does any more damage. No easy task. The Hutts have their claws, well, appendages, into everything around here. Fane will have hidden himself well, joining the Nikto. You may have been onto something there. I know a local gang, the Red Light Lancers. A bunch of tech specialists and slicers of ill repute. Rumor is, they're part of this guiding hand. Так, короче, мы должны... Я сказал, что мы должны остановить его до того, как он нанесет ущерб Республики в отношениях с Хаттами. Так, и Терен предлагает, что нужно как бы под прикрытием в какую-нибудь банду попасть. И я знаю местную банду, Red Light Lancers называется, Bunch of Tech, кучка специалистов по технике и взломщики. Слухи ходят, что они часть этой Guiding Hand группировки. Секты, точнее. I need to be in that gang. A Jedi Master wouldn't need slicers unless he was planning something big. I suspect you're right. But you'll need to prove your expertise. I suppose this prototype would do it, though I hate to part with it. Так, мне нужно быть в этой банде, я сказал. Типа, если Терану... Ой, не Терану, а как его там... Джедая, которого мы разыскиваем, уже его имя забыл. Дурас Фейна, да? Если ему понадобились специалисты по технике, слайсеры, то он планирует нечто крупное. Но мне понадобятся доказательства моего...
моих умений, ну то есть к взломщикам только взломщик попадет, я так понимаю. В общем, вот этот прототип поможет тебе, в общем, бери. Your genius will stop a rogue Jedi master. Твой гений остановит павшего джедая. Here. And here. I always wear an earpiece at handover so I can call my assistant Holiday. With this, we can speak privately. Here's the location. I'll return to my office. If Fane is using some kind of mind control, I have research to do. Так, короче, он пойдет в офис и займется другими делами, и узнает, не использует ли Фейн контроль разума над своими подчиненными, я так понимаю. Так. Сейчас я уже завершу серию. Увидимся в следующей. Но для начала я, конечно, телепортируюсь отсюда. Так, а куда мне вообще? Мне на лифт, сейвинг. А, не, я никуда телепортироваться не буду. Ну, в общем, ладно. Давайте-ка помедитируем. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Всем пока.